Таможня не только на границе. Об этом Вероника Ященкова узнала еще в 9 классе. Тогда же выбрала и специальность. Поступила в Белорусский национальный технический университет. И вот уже 4 года трудится в родном городе на Бобруйском посту. Начинала с простого инспектора, а сейчас руководит сама. Приезжает груз, и для того, чтобы он поступил там в производство, в продажу эти товары, для того, чтобы они поступили, их необходимо подвергнуть таможенной очистке. Простыми словами, растаможить. И для этого нам подается документ электронный, декларация на товары. Мы его проверяем, все ли там заполнено верно. Кто сказал, что таможня – это долго и неинтересно. Например, 80% экспортных грузов оформляется за 5 минут. Для товаров, которые возят в Беларусь, нужно немного больше – около часа. Поэтому основной упор здесь делают на сокращение длительности совершения операций. Ведь время – это деньги. 200 партий – такой товарооборот продукции на Бобруйском таможенном посту. Это касается импорта и экспорта. Шины, трактора, древесина – все, что производят местные предприятия, проходят через государственные. В основном Бобруйский пост имеет дело с крупными компаниями, но и физлицы здесь тоже частые гости. Растаможка автомобилей и техники – самые популярные операции. Если направляют, например, к нам груз, он едет, здесь создана зона таможенного контроля, груз прибывает, водитель документами идет к нам, подает документы, машина здесь становится, и в дальнейшем от цели его прибытия идет таможенное оформление этого груза. С октября 2020-го Бобруйский пост стал частью таможенного эксперимента. Теперь здесь оформляют не только местные товары. Со всей республики едут грузы, благодаря чему декларации равномерно распределяются между пунктами белорусской таможни. С начала участия в этом эксперименте значительно возросло количество работы, которое совершается на Бобруйском таможенном посту. В этом году за предыдущие 8 месяцев было выпущено более 33 тысяч партий товаров. Это где-то на 25% больше, чем было за аналогичный период 2020 года. На Бобруйском таможенном посту трудятся 16 специалистов. Сегодня они, как и коллеги со всей республики, отмечают 30-летие органа. По традиции, на рабочем месте. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.